Я хочу рассказать про своего прадедушку. Мой прадед по маминой линии Исмаилов Исмаил родился в 1919 году в Азербайджане. Когда началась война, он один из первых записался в ряды добровольцев. До этого он вернулся с русско-финской войны. Служил в Бессарабии сержантом разведки. В 1942 году он был сильно ранен в левую ногу. Из-за серьезного ранения он был демобилизован и отправлен в тыл. Имел много медалей и орденов. Мама рассказывала, как в детстве каждый год ходила с дедушкой 9 мая на парад Победы в Баку. Дедушка был очень творческой личностью. Много читал и писал стихи. От него осталось на память несколько сборников стихов. Наш долг – помнить, какой ценой нам досталась эта победа. Вечная память нашим предкам, отдавшим свои жизни –